есть ли тут мои вафли. Тут вот, кстати, редюс, то, о чем я говорила. Стоило фунт 50, теперь 99. Или вот хлеб. Но я такой не могу есть. Один фунт стоил 69 копеек сейчас. А вафли... Вафли, где вафли? Мои любимые шоколадные бельгийские вафли. Печенье такое раньше ела. От него тоже не сварение у меня. А вафель нету? Вот они. По рубль 20. Вафлс. Есть еще не шоколадные, обычные, которые я показывала. Но эти шоколадные вкусные. По рубль 21 пока возьму. Вообще скидка бывает часто. За рубль я беру. Ну, то есть фунт. Рубль — это фунт у меня. Окей, ладно, возьму пока одну. Вафлс. Кстати, молоко обещал показать цены. 1 литр. 1,30 это 100 рублей. 110 даже рублей. А где? Которое у них дешевое. А, вот, ниже. Дешевое молоко. 1 литр 80 копеек. Это 60 рублей. 6 литров, ой, нет, 3,8, 3, 408 литров, 1,55, это, ну, почти 3,5 литра. И это вот такие бутыли. $1,55, это 200 рублей. Я обычно беру такой whole milk, если я пью молоко, но молоко я тоже очень редко пью. Или зелененький, ну, который я показывала, семискин. Красный скин не пью. Я вообще молоко не пью. Йогурты. А, тут еще я люблю такие штуки, называется, о господи, пина... Колода, пиноколада. Ой, а где они? А вот такие йогурты я люблю. По рубль 50 сейчас. Дороговато, я по рублю беру в Моррисонсе. Так, что где-то... А, вот тут, наверное, вот. Панакота. 1 фунт, замечательно. Одну сегодня возьму. Обычно я набирала штук по 6, когда были скидки. Вообще она стоит, по-моему... А, вот рубль 60 стоит. Панакота карамельная, очень вкусная, рекомендую, если кто живет в Англии. Ну, есть такие вот чизкейки, но это я потом все еще покажу, расскажу. Так, теперь еще хочу сырокопченую колбасу, она продается только в этом Сейнсбуре и вот в этих вот корзиночках, все так задвинуто, ничего не видно. Есть вот такая сырокопченая, очень вкусная, по-моему, тоже немецкая. Хотя... Но я такую не люблю, вот с такой обработкой, с такой оболочкой. Fresh sassenzeck with herbs. С травами, короче. Я беру другую, обычную, вот такую колбасу. И она очень вкусная. Но продается только в Сейнсбуре и вот в Хаммерсмите. Что-то она намного меньше стала, чем была. А, стоит уже 3 фунта, стоило 2. Да, подорожала немножечко. Ладно, пошла я дальше. Беру, значит, панакоту. Вафли. И колбасу. И всего это на 5,20.